Добрейшая новогодняя история про битум, штаны и оксид урана от деда Гамелана. В одной экстрачахлой деревушке, где было всего три дома, заскорузлый памятник лысому примату, ларек да универмаг, жил-поживал пожилой каджит. Однажды, примерно 32 декабря, или около того, каджит решил немного подотметить сезонный праздник, но сознал, что в его доме нет ни одного из непременных атрибутов этого праздника – ни битума, ни оксида урана. Штаны и те прохудились. «Мда, Муцера, ёпта, каджит не может позвать друзей в такой дом», – сказал каджит. «Пивас и тот иссяк. Каджиту надо бы сгонять в лабаз», – сказал каджит. По-своему, каджит был прав. На счастье, как раз именно в тот момент в деревню заехала троица богатырей-синегачистов и положила всю свою молодецкую удаль на расчистку многочисленных снежных заносов. И по чистой, гладкой, как кожа архилича, дороженький каджит направивши свое стопы в универмаг. Долго ли, коротко ли каджит степенно заходит в универмаг с тростью, как истинный джентльмен, в предвкушении присвоить баночку битума или, может быть, новые штаны. О брикете оксида урана он и мечтать не смел. Но чу, полки в универмаге пусты, как и тщетные надежды нашего героя. Магазин пуст. Поставки не было. Каджит, как и любой на его месте, впал в неистовство и отчасти проявил некоторое недовольство. «А где еда? Твари пахучие, вы что творите? Где шаровары? Где мои любимые пряники из оксида урана? Где вся гороухща?» Вежливо, но грустно и будто бы с недоумением спросил каджит. Однако ему никто не ответил, магазин был пуст. Завмак Лумумбыч запил и не вышел на смену. Опечалился каджит, пригорюнился и в ужасе убежал из универмага. Так бы и сидел бы старый каджит дома, как шерстистый лошара, без битума, без друзей и без гороухщи. Увидел это волшебный болотный лун и пожалел старого каджита, и уж не знаю, совпадение ли, но случилось тут новогоднее чудо. Три волшебных КамАЗа стартовали на границе. И пошли-поехали загружаться товарами отборными. Первый КамАЗ берет на борт сотню бочек с оксидом урана, свежайшим, только что с рудников токсичных. Второй КамАЗ загружается под завязку шароварами, долосинами, да тренировочными штанами Абибас на любой вкус и цвет. Ну а третий КамАЗ заливает полную бочку битума, густого, как битум, потому что это битум, чего вы хотели-то? Битум и есть битум. Такой густой был битум, что третья цистерна отстала от первых двух. И это при том, что за рулем первого КамАЗа был никто иной, как дедушка Орлан собственной персоной. А ведь он широко известен как очень неспешный водитель. Долго ли? Да скорее долго, на самом деле. Ну да ладно, быстро только лукошки роются. В общем, стал наш волшебный конвой подбираться к окраине чертова Нигдеева. А там уже и разгрузочная платформа местного универмага виднеется. А за первыми двумя КамАЗами-богатрязами и третий – цистерна. Поспевает, мчит, что твоя шаровая молния.
при условии, что это стационарная шаровая молния. Ну, такая, которая просто в воздухе висит и, может быть, чуть-чуть слегка движется. Вот уже и разгружаться пора, чего каджита за фусроду тянуть. Раз, два-с, да и вот уже и ломится полка гастрономовская от яствий всяческих до битумов разных сортов, до штанов, до ураново-оксидных пряников. Любо-дорого смотреть. Так помогли три камаза-витязя в тяжелую пору деревенским жителям и старому каджиту в особенности. Сидит старый каджит на своей кухоньке довольный, попивает битумный чай с лунным сахаром да закусывает урановыми пряниками, угараухще и помышлять не думает. Канал «Гамелан» смотрит на повторе, потому что что еще-то смотреть? А штаны на нем старые. Позвал каджит своих друзей, чаек да курей, и так порешил. Если им штаны его старые не нравятся, то могут все дружно пойти на праздничный холодец. Если подумать, это был очень злой старый каджит. Тут и сказочке конец. А кто слушал, тот конюк. А раз конюк, слушай и официальное новогоднее обращение товарища Мурки. Здорово, конюки. Это Камурка, он же Ван Орлан с канала «Гамелан», единственный в природе. Все дела. Не ждали? Короче, это с уходящим вас 2023, который, прямо скажем, был не особо-то и лучше 2022. Но, как и 2022, он заканчивается. Засим, поздравляю с наступающим и желаю всем нам пережить еще и 2024, причем желательно в здравом уме. Ну и по традиции, от меня новогодняя песенка. А вы берегите себя. Пока. Скоро совсем умрет, Гамаз на снежном поле, битумный оксид везет. Единственный в природе, Орлан подарит свет. Свет от монитора, но лучше, чем ничего. Белые поля, мира и добра. Закрой порталы в ад, дует, сука, блядь.